Сегодняшняя тема. Мы поставили вопрос о том, что мы готовы принять на себя функции по согласованию территориальных программ государственных гарантий, чтобы они не просто были сделаны по образцу государственной программы, а чтобы они согласовывались с Минздравом РФ, чтобы там не было искажений по основным объемам медицинской помощи, по душевым нормативам и так далее. Этот первый шаг был сделан. И в этом году впервые базовая программа ОМС стала абсолютно бездефицитной по всем регионам, потому что она построена по подушевому принципу, заявила в ходе пресс-конференции глава Минздрава Вероника Скворцова. Она добавила, что это планируется сделать, в том числе, для восстановления вертикали власти в здравоохранении и более эффективного управления отраслью, сообщает Риуами. Что готовит программа Газгарантии в 2014 году, читайте здесь, я постоянно говорю о том, что здравоохранение ⁇ это самая стратегическая отрасль из всех. Более стратегической отрасли трудно представить, потому что это сфера сохранения человеческого капитала страны и его расширения. И, конечно, было бы проще управлять отраслью, если бы она была основана на системе сквозного вертикального контроля снизу до верху, добавила министр. По словам Скворцовой, добиться возможности управлять системой здравоохранения позволил переход с 1 января 2013 года мы на единый подушевый финансовый тариф на каждого гражданина страны, независимо от того, где он проживает, только с поправкой на коэффициент дифференциации региона по бюджетному обеспечению и по некоторым другим показателям. Подробнее о территориальной программе Газгарантии Петербурга на 2013 год узнайте здесь. Кроме того, сейчас у нас уже много функций, которые позволяют заниматься согласовательной деятельностью с регионами. Скажем, система здравоохранения – одна из немногих отраслей, где назначение министров здравоохранения регионов и руководителей департаментов здравоохранения в обязательном порядке согласуется с Министерством здравоохранения РФ. Кандидатуры фактически проходят рассмотрение в Федеральном Минздраве, а при необходимости – дополнительную «школу молодого бойца». Мы их фактически обучаем каким-то навыкам, если они отсутствуют. То есть мы стараемся, чтобы регионы постоянно нас ощущали, и чтобы у нас постоянно было согласование позиции и контроль за ситуацией, завершила Скворцова. Здоровья вам! Ставьте лайк и